Турнир организован единственным в России центром адаптивного самбо для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и другими нарушениями по здоровью. Проект Федерации курорта привлек специалистов и из стран дальнего зарубежья, поскольку аналогов подобному нет. Сочинские спортсмены с диагнозом ДЦП уже успели принять участие в показательных выступлениях на церемонии открытия чемпионата мира по самбо. Ребят увидели на международных спортивных телеканалах, а это более 9 миллионов зрителей. Занимаются же юные самбисты на базе двух образовательных учреждений города – в 6-й гимназии и в зале борьбы гимназии номер 9. Занятия проводят 4 профессиональных тренера со специальным образованием на основе утвержденных Министерством спорта программ и разработанных ведущими учеными в области лечебной физкультуры, рекомендациях и методик. Со всей информацией о деятельности центра, в том числе с расписанием занятий, можно ознакомиться на сайте городской федерации самбо и дзюдо в разделе «Адаптивное самбо». На очередных соревнованиях самбисты с ДЦП награждены медалями и грамотами. Ну а тренеры уже готовятся к следующим мероприятиям, которые направлены на борьбу с тяжелым недугом.